фюреру. Да, блин, никаких. Друзья мои, во-первых, я выражу общее мнение тех, кто впервые на Переславской земле, да, что это замечательная земля, очень красивая. Мы многое чего сегодня еще не успели посмотреть, но тем не менее. Сколько еще не успели? Мы не прощаемся. Да. Это железно. Вот. Тем не менее, спасибо Олегу за то, что под флагом Ялу Москва он организовал встречу нашего гостя из братской Прибалтики. Ну, в смысле, братского гостя из небратской Прибалтики. Звучит всех диагноз. Звучит многообещающе. Один. Георг, ну, мы тебя рады здесь видеть, в нашей компании. И давно хотели встретиться. Я тебя приглашал в одно мероприятие, ты меня в другое приглашал. Вот как-то не срослось у нас на наших общих мероприятиях встретиться, но ты приехал в гости, и это здорово. А гостей мы любим. Клуб «Ява Москва» вообще гостей любит, вообще повеселиться любит. Мы на «Автоэкзотике» 2012 года мы вообще порвали, можно сказать, всю «Автоэкзотику» на запасные части. И люди, кто тогда участвовал в этом мероприятии, до сих пор вспоминают, хоть 3 года уже прошло, говорят, вот. А вот та ночь с субботы на воскресенье, это было да. Я могу так, только предположить. Вот, так вот, ты знаешь, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты приехал к нам, во-первых. А во-вторых, хочу выразить такое, я надеюсь, общее мнение, что Бог даст и когда-нибудь мы сделаем какое-нибудь общее и очень веселое мероприятие. Да, и дальнобойное. Ура! Ну и я тоже свой стаканчик выпил. Как же без твоего стаканчика? Давай ближе сюда, ближе, я не дотягиваюсь. Андрюша, Киржачей была, не помню. Киржачей была, не помню. В Киржаче? Блин, нифига себе, он не помнит. Ты чё? Ты не помнишь, я помню. Мы там наелись сегодня, какой-то рыбы нам сушеные там добавили. Паша тут мартен строит усиленно. Лисички жарит. Прикатал на салют. А вы там... Сезон пошел. Нет, тут лисичка. Да, заметно. Мы же когда шашлык ели, шашлык это жаркое, вот. Помнишь? Кислица. Вот да, я делаю паузу. Да. Чего? Мне что-то кажется, на пару минут. Значит, что? Да, сыпь. Не, вон она в мойке стоит. Вот.